новый вектор молодежной политики или еще одна возможность реализоваться. Сегодня в Минске состоялось первое заседание Молодежного совета Федерации профсоюзов Беларуси. На форуме собрались более 30 молодых инициативных. Это юноши и девушки, которые возглавляют первичные ячейки и молодежные комиссии в университетах и на предприятиях страны. Все вместе они обсуждают, какие вопросы волнуют молодежь и какую помощь им может оказать Федерация профсоюзов. Это в первую очередь обсуждение всех вопросов на принципиально новом высоком уровне. На форуме участников поприветствовал глава Федерации профсоюзов Михаил Орда. Здесь же состоялись и выборы председателя молодежного совета. Им стал Артем Игнатенко. Молодежный совет свою деятельность будет реализовывать через ряд мероприятий. Это принятие решений, важных решений для молодежи на различных уровнях. Это и проведение слетов, это проведение конференций, круглых столов по важным проблемным вопросам для молодежи. Создание этого совета назрело уже давно, потому что именно для того, чтобы консолидировать позицию всей профсоюзной молодежи, и учащейся, и рабочей, и студенческой, именно совет сможет объединить усилия для того, чтобы показать, насколько сильна профсоюзная организация в нашей стране. А уже в июле Минск станет площадкой первого большого молодежного форума под флагом Федерации профсоюзов «Темп-2015». В белорусской столице соберутся юноши и девушки из стран СНГ и Европы и презентуют свои проекты. Форум «Темп» может стать еще одним молодежным бизнес-инкубатором. Сюда пригласят и инвесторов.